вратарь футбольного клуба «Алания Владикавказ» Ростислав Солдатенко. Ростислав, поделись, пожалуйста, впечатлениями от такой захватывающей игры. Игра получилась интересная, довольно-таки для болельщиков, я думаю, захватывающая, с обилием борьбы, моментов. Но за нашу команду только могу говорить, за их ничего не могу говорить. Мы должны были обыгрывать ее еще в первом тайме, свои моменты бы забили в начале. Помню, на 5-й минуте там вратарь хорошо сыграл, пару моментов, потом на добивание мы не успели. Если бы мы забили свои моменты, там 2 или 3-0 бы счет был уже в первом тайме, то мы бы спокойно довели дело до конца. Но это футбол, так получилось, что сыграли сегодня в ничью. В моменте, когда арбитр назначал пенальти, на твоем лице было недоумение. Расскажи об этом, пожалуйста. Я вообще не понял. Я думал, сейчас за симуляцию ему даст, покажет. Я играю в мяч рукой, спокойно, в штрафной. Уже иду, вбегаем в атаку и смотрю, если листок, он показывает мне желтую карточку, показывает на точку. Я вообще, ну я офигел. А у меня завышенное чувство справедливости. Я хочу, чтобы все было по справедливости, по-мужски. Это было несправедливо, потому что пенальти не было. Я считаю, их нападающий сказал, что пенальти не было. Судья сказал, ну, значит, я ошибся, что поделать. Ну, человек, да, ошибаться все могут. Но пенальти не было вообще ни в коем случае. Это ссадина у тебя после данного эпизода? Нет, ссадина у меня в конце, когда уже мяч носил. Их игрок мне локтем ударил. Специально прошу обратить на это внимание. Вот. И не показали ни желтую, ни даже, ну, даже не желтую карточку показал. Ну, поэтому, может, не заметил, не знаю. Вот. Но это, конечно, ну, эмоции сейчас уже ноль. Вы поутихли уже как-то, даже ничего говорить не хочется. Все было сказано на поле. Спасибо большое.